Здравствуйте. Представляем вашему вниманию вот номер один, эскиз двумник, страна Англия, дальний сезон, количество мешки 18 штук, вес мешка 7 килограмм, женский микс, толстовка, размер 34, с капюшоном, карманы кенгуру, утепленная. Джинсы. Хорошего качества, плотный материал, не стрейч, карманы, молнии, выточки под ремень, стороны спины карман, завышенная такая посадка, здесь с драностями. Размер будет 36, размеры европейские, такие как брючки, размер 40, с карманами на резинке. Рубашка размер 36. Карманами на пуговице, рукава также на пуговице, брюки, косые карманы, молнии, вытяжки под ремень, размер 40, топ размер 44. Размер 38, платье с пояском, размер 36, блузочка, рубашка удлиненная, размер 34, с карманом. Джемпер, кардиган, карманы здесь нету, пуговицы, 36-й, рукава такие, как фонарем сделаны. Джинсы, плотный материал хорошего качества, не стрейч, карманы, молния, завышенная посадка, здесь с драностями идет, выточки под ремень, стороны спины карманы, размер европейский 38. Такая юбка, баллонка идет. Утепленная на резинке. К низу можно добавить, прибавить. Стороны спины здесь имеет тайная молния. Размер 36. Толстовка укороченная. Теплая внутри с начесом. Размер 36. И брюки нужно скомбинировать, также костюм, размер XS на резинке с лампасами, карманы, толстовка свободная, размер это будет 32, внутри утепленный с начесом, капюшон. Брюки такие, как горнолыжные, завышенные. Здесь идет посадка, молния с кнопками. Внутри утепления размер такой 34. Здесь идет карманы. Подтяжки можно убрать. Здесь на липучке просто будут брюками. Они регулируются. К низу идут резинки. Здесь с кнопкой также защитный материал, непромокаемый, непродуваемый. Джемпер размер 42-44. Куртка размер 36, на молнии, карманы, манжет. Здесь идет резинка с липучкой. Цвет черный. Спасибо за внимание.